Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Татьяна Конкина, и это мой канал «Счастье и успех для всех». Но сегодня мы, наконец, можем поговорить на такую важную тему, как женское счастье. И причина, по которой я хочу об этом поговорить, ну, во-первых, многочисленные ваши вопросы, ну и очень-очень много разговоров вокруг этого. Существует ли оно вообще, счастье? Что это вообще такое? И почему это так важно? Я сегодня утром пошла на Google, набрала на Google «женское счастье» на русском языке, и у меня вышел цветок. Цветок, сейчас вам скажу, как он называется. Все фотографии вокруг этого цветка. Цветок называется так. Спатифилиум, женское счастье. Даже не обсуждается этот вопрос так сильно на русском языке. Я потом сделала Google «женское счастье», «women's happiness» на английском языке, и там вышло много очень статей. И не так уж и много, не таких уж современных. И в основном все обсуждают, что женское счастье in decline, что оно убывает. Несмотря на то, что женщина получает больше и больше прав, женское счастье убывает. А вот как интересно, а мужское счастье, если женское счастье начинает убывать где-то с 20 лет, то мужское счастье наоборот, оно поднимается все время. Чем старше мужчина, тем счастливее он как мужчина, как человек. А женщина наоборот. Но я не буду вдаваться в эти подробности всех гормональных и моральных изменений женского счастья. Я просто скажу о своем опыте. Почему я уже достаточно взрослый человек, что я делала для себя и почему я могу сказать, я абсолютно счастливая женщина, у меня все получилось, я все сделала правильно, что, через что я прошла и какие изменения я бы советовала вам сделать в своей жизни, чтобы вы всегда чувствовали себя великолепно. Ну, во-первых, конечно, женское счастье, жизнь женщины достаточно длинная, поэтому смотреть на это можно на разные периоды. Есть совсем юные девушки, девочки, молодые женщины, когда для которых в тот период счастье – это признание их друзей, в тот период счастье для них – это быть принятой в классе, в школе, чтобы никто тебя не обзывал, чтобы никто тебе не говорил, ты очкарик или что-то еще подобное. Поэтому в тот момент, наверное, это будет самое главное. Поэтому в этом и задача родителей вырастить свою девочку с чувством собственного достоинства, уверенной в себе, и просто помочь девочке в те сложные годы подросткового возраста действительно пройти через вот это вот, на английском это называется буллинг, а на русском я не знаю как, ну когда вот подростки издеваются друг на другом. Поэтому вы, наверное, знаете прекрасные семьи, в которых дети ходят, девочки-подростки, к тому же парикмахеру, как ему ходит и мама, всегда имеют хорошую прическу, всегда имеют хорошее лицо. То есть родители помогают девочке в тот трудный период следить за собой, быть красивой, быть не только уверенной в своих качествах, но еще и быть красивой, что очень-очень важно. Поддерживать правильный вес, следить за кожей лица, за одеждой за своей. И тогда девочке легче пройти этот трудный период вот, адаптации в школе. Потом у девушки начинается период, когда девочка уже становится молодой женщиной, для нее, наверное, самое главное в этот период будет любовь, ну, для кого-то будет самое главное это образование и карьера, это будет доставлять больше радости, то есть в зависимости от того, конечно, у кого какие приоритеты. Потом появится у молодой женщины желание выйти замуж, ей кажется, что ей к 30 пора уже выйти замуж, потом ей пора иметь детей, и в этом ее радость женщины, то есть разные периоды. Потом дети выросли, ушли из дома и уехали, может быть, в другие страны, в другие города, да, и уже дети не становятся для женщины, взрослые дети, да, это хорошо, замечательно, мы их всех любим, но это уже не становится ее источником ее радости только. Какие-то другие источники радости появляются, потому что, ну, что такое счастье? Счастье – это много радости, поэтому надо коллекционировать не счастье, а коллекционировать просто очень-очень много хороших эмоций и радости. В мужчине счастье тоже может получиться, а может и нет. Мы знаем, что больше 50% разводов в среднем по всему миру, и только в одном Чили всего 3%, а вот в Бельгии, например, там 78% и так далее. Высокий процент развода тоже не гарантирует совместная жизнь с мужчиной, тоже не гарантирует женщине счастье. И как ты услышала песню в такси, где я ехала перед 8 марта, и там пелось так, женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше мне ничего не надо. Я услышала, сказала, Рили, действительно, как же так? Как же больше ничего не надо? А вот мне надо то-то, 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 то-то. Так много всего надо интересного и хорошего.
Поэтому был бы милый рядом мне недостаточно, мне нужно больше. И этот милый рядом сегодня может быть, завтра может не быть, завтра он может вам надоесть, завтра вы его можете разлюбить, не обязательно он вас оставил, завтра вы выросли, изменились, а он не вырос. Масса-масса всяких изменений в жизни женщины происходит, когда она не зависит только ее счастье от отношений с мужчиной. Оно зависело на какой-то период, потом это поменялось, потом еще что-то и так далее. Так чего все-таки зависит женское счастье? И как его сделать постоянным? Постоянным, я думаю, его можно сделать только за счет собственного интересного развития, за счет своего образования, за счет построения своей хорошей карьеры или своего хорошего бизнеса, плюс, конечно, интеллектуальная, духовная, нравственная жизнь. Все это вместе и привлечет к вам интересных людей. Вы можете не выйти замуж за того человека, за которого вы мечтали, но у вас будет столько интересных, хороших друзей, столько интересных, хороших подруг, что вы будете абсолютно самодостаточная женщина. И это тоже большая гарантия хороших эмоций, хорошего счастья. Вы можете интересно путешествовать, вы можете жить в хорошем жилище или доме, который вас все радует, вам удобно. Вы можете ездить на хорошей машине, носить хорошую одежду, есть в хороших ресторанах, иметь роскошь общаться с интереснейшими людьми. Вот это тоже может быть большим источником счастья. Если не получилось счастье с детьми, что очень многих не получается, ну и что? Если не получилось счастье с мужчиной, тоже много не получается и так далее. Поэтому мой рецепт и моя жизнь, мне понадобилось... Я почувствовала себя счастливой, уверенной и вообще почувствовала себя достаточно уверенным человеком только после того, как я уже вот в Канаде стала работать в бизнесе, и я получила любовь своих клиентов, я получила оценку своей деятельности как человека. Ни муж мне не дал такой оценки моих собственных качеств, ни мой сын, ни мама, ни сестра, никто. Эту оценку я получила только от людей. Только работая в бизнесе, я получила ту оценку, которую, мне кажется, что я заслуживаю от людей. Поэтому иногда счастье не обязательно приходит от самых близких людей. Вы можете быть довольны отношениями, у вас все хорошо, но именно уверенность, которая дает вам, которая необходима абсолютно женщине для ее счастья, для ее свободы, для ее процветания – это уверенность в ее качествах, в том, какой она является как человек. Мое мнение, эту уверенность мы можем получить только от окружающих. Вы можете заниматься благотворительностью, вы можете заниматься интересной работой, вот мое хобби, посмотрите этот канал. То есть это все дает мне радость, это дает мне счастье и уверенность в себе, которые абсолютное условие женского счастья. Поэтому инвестируйте в себя, становитесь тем человеком, который абсолютно всем привлекателен. У меня, кстати, есть целая серия видео на YouTube, как стать незаменимой, как стать привлекательной для любого мужчины, если это для вас важно. Но не забудьте, что это не единственный источник счастья. Дети – не единственный источник счастья. Муж, не жизнь – это все в комплексе, это все полная гармония. И если чего-то вдруг одного нет, то это можно заменить своей полноценностью, своим интеллектом, своей интересной, развитой жизнью и ничем другим. Я вот так вот в это верю, поэтому я советую всем молодым девушкам, всем женщинам, которые ищут свое счастье, искать его в себе, инвестируя в себя, читайте больше, смотрите больше, общайтесь с умными людьми, не тратьте ни минуты своего времени на разговоры с людьми, которые вам не интересны, не тратьте ни минуты своего времени, когда вы говорите, а что я на самом деле сейчас изучаю, чему я учусь. Если ничему, закрывайте это и идите дальше, идите туда, где вы постоянно чему-то учитесь, и вы обогащаетесь как человек и как женщина. Вот в этом хотела я об этом с вами поговорить. Всего вам самого хорошего. Не забудьте подписаться на мой канал, потому что мы говорим о жизненно важных вещах, которые, может быть, вы и знаете, но это всегда неплохое напоминание. Всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина. До свидания.